Короче, рассказываем. Восемнадцатого января во всем мире отмечается Международный день снеговика, а 25 января отмечается один из самых необычных праздников – День счастливого снеговика. На Руси снеговиков любили с древних языческих времен и почитали как духов зимы. К ним, как и к морозу, относились с должным уважением и обращались с просьбами о помощи и уменьшении длительности лютых морозов. Кстати, снежные бабы и снегурочка – это наше русское достояние. Русский народ верил, что природными явлениями, туманами, метелями обладают духи женского пола. Поэтому, чтобы показать им свое почтение, они лепили снежных баб. А еще есть христианская легенда. Она гласит, что снег – это дар неба, а снеговики – это ангелы. Им под силу передавать молитвы и просьбы людей. Поэтому, слепив маленького снеговика, можно нашептать ему на ушко самое сокровенное. И как только зимнее чудо растает, желание доставится на небо и обязательно осуществится. Поэтому выходите на улицы, лепите снеговиков и исполняйте свои самые сокровенные желания.